Итак, всем привет! Сегодня я покажу, как проходит мой вечер. Надеюсь, что вам понравится. Поехали! Все начинается с того, что я прихожу домой с каких-то занятий, либо же со школы, раздеваюсь. Захожу в свою комнату и буквально на 5 минут, на 1 минутку ложусь на кровать, быстренько проверяю соцсети, затем включаю гирлянду, включаю музыку. И переодеваюсь в домашнюю одежду. Да, я хожу в лосинах, и мне так удобно. Затем у меня небольшой перекус, вода и сырок, просто чтобы не умереть с голоду. И во время этого я проверяю соцсети, сижу ВКонтакте, в АСКФМ, в Ютубе. И теперь самая любимая часть – уроки. Знаете, просто обожаю. Делаю химию, также пытаюсь сделать вид, что я читаю биологию. Да. Потом я смотрю на время и просто офигеваю, потому что уже часов где-то 10, и я просто не понимаю, как так быстро. Бегу на кухню и делаю себе ужин. Сегодня на ужин у меня овсянка с бананом и медом. Конечно же, я не ем все это на кухне, я несу это все к себе в комнату, зажигаю там свечи, все дела, романтика. И во время еды я люблю смотреть какие-то фильмы. На данный момент это «Один дома», потому что это мой самый любимый новогодний фильм. Еще потом я люблю кушать мороженое. Вот это очень вкусное. Просто попробуйте, попробуйте. Вы не пожалеете. Потом приходит время заканчивать делать мои уроки. Я открываю физику, начинаю читать. Вы знаете, я все понимаю. Да, все. И там так интересно, поэтому я засыпаю. Да. Потом я понимаю, что поспала чуть-чуть, но больше получаса я никогда не сплю, поэтому бегу в ванну, смываю с себя косметику, в общем, мажусь всякими кремами, умываюсь, ну, вы поняли. И также по вечерам я очень сильно люблю ходить в ванну. Для этого у меня есть всякие пенки, бомбочки. У меня даже есть целый ящик с этими штучками из Лаша. И потом, когда на часах уже час или два ночи, я доползаю до кровати, ложусь и просто отрубаюсь. Серьезно. Теперь вы знаете, как проходит мой вечер. Я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если это так, то ставьте
палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Я правда пойду спать, потому что уже час ночи, и я очень устала, поэтому всем пока!